12.09.2.013.05.2018, обновлено, 12.21.30.2018, 3.825.221.662, Москва, 30 мая, РИА Новости. Модель Кира Майер ударила инспектора ДПС, пытаясь вырвать протокол, сообщает Следственный комитет в мессенджере ТамТам. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили 24-летнюю девушку в центре Москвы. Она была за рулем Мерседеса. Инспектор начал заполнять протокол после того, как выяснилось, что модель из Сарапула лишена водительских прав. Против нее завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Майер лишили водительских прав в 2017 году из-за того, что она оставила место ДТП.